Но вы с Рашем все никак не угомонитесь, так что пришло время нам взять все в свои руки. Теперь наша очередь создавать тебе проблемы. Эти люди очень рассчитывают на тебя. Но мы покажем им, что на самом деле от тебя один головняк. Эй, ты! Сделай что-нибудь!
никто не спасет. Здравствуйте. Чудо Божье. Ладно, я погнал!
Уходи! Живее! Что-то до боли знакомое. Похоже, мы это уже проходили. Да ладно. Не уходи. Давай. Ты так хорошо себя вел. Другое дело. Видишь, как с тобой бывает просто? Я хотела, чтобы ты это понял. Чтобы увидел, что все могло бы закончиться по-другому, если бы ты послушал нас и не лез. Но ты выбрал кнут. Ну что ж. Теперь весь вечер отмывать надежды и мечты со своих боссов. Знаешь, пока не приперся ты, все было так охеренно. Притащился сюда. Со своим шикарным поездом и шикарными друзьями. И решил превратить это место в то, чем... А когда мы пытались действовать разумно, ты зачем-то набрасывал говна на вентилятор. Снова! И снова! А все потому, что ты грезишь надеждой на будущее. А у тебя нет ни того, ни другого, ни у кого из вас. Мишель, Луис, внимательно послушайте меня. Зачем? Ты же не едешь с нами. У меня нет выбора. Отец... Папа говорил, если ты не с нами, то ты против нас. Все не так просто. Нет, просто. Нам пора, мам. Папа здесь. Мишель, вам... Придется заботиться друг о друге. Отец не сможет. У него большие планы, но что бы он ни делал, страдают люди. Он решает проблемы. Он создает их. За ним тянется кровавый след. Ему все равно, кто пострадает. Не становитесь такими. Обещай мне, что вы не станете такими. Да, мама. Все. Ты видела это? Что за херня произошла? Похоже, он не зря ходил на север. Пора задать психам пару вопросов.
Раш, прости. Смерть Раша всех подкосила, но нельзя сдаваться. Мне не хотелось связываться с Иосифом. Найди этого засранца Ирвина. Если кто и может помочь тебе подобраться к близнецам поближе, так это он. Видел, как Эдемцы сражаются. Шнера, встретимся у старой тюрьмы. Я такое замутил, поверь мне, тебе стоит об этом узнать. Вообще в нем нашли. Тебе нужны близнецы, да? Хочешь подобраться к ним близко-близко? Что ж, я знаю, как это сделать. Если бы все было как всегда, я бы просто привел тебя к близнецам. Но сейчас мы с ними не на одной волне, так сказать. Я им сказал, что они косячат. Ну, и они и психанули. Знаешь, как это... Короче говоря, прячь тут свое добро и полезай в грузовик. Устрою тебе экскурсию в тюрьму, и ты убьешь Фрэнка. По дороге объясню, как это поможет тебе подобраться к близнецам. Да, оранжевый тебе идет. Ладно, запрыгивай, поехали. Ты, наверное, хочешь знать, как смерть Фрэнка приблизит тебя к близнецам, да? Скоро будут гонки на выживание. Победителя приглашают на понтовую вечеринку, на которой собираются главари рейдеров. Победи в гонке и получишь доступ прямиком в личное пространство близнецов. Только в том, что участники гонки уже подобраны. Придется освободить для тебя место. И представь себе, Фрэнк один из участников. Да-да, видишь, мой план гениален. Убьешь Фрэнка и бах! Внезапно на гонке освободилось место. И так вышло, что я знаю того парня, который знает девку, которая... Ну, в общем, я помогу тебе заметить место. На своем мусоровозе. Надеюсь, ты привез что-нибудь ценное, засранец. Ценное, как наше время. Че тебе надо, засранец? О, я тоже рад тебя видеть. У меня тут пленник. Что скажешь? А, головой за него отвечаешь, понял? Веди сюда. Береги себя, Шныра! Не подохни!
Режешь им языки, мы ничего не узнаем. Ничего, они не последние. Ты не слушаешь. Эти уроды что-то дали кроличку, и я хочу знать, что... Я тоже. Но чтобы получить ответы, нужно задавать вопросы. Да и я этим займусь. Я знаю, что делаю. Не хочу мешать. Мы заняты. Знаю, да, но тут пришел кое-кто важный. Насколько важный? Вам стоит это услышать. Вот видишь... Все под контролем. Я этим займусь. Давай, за дело! А ты чего стоишь? Тебя тоже касается, Лапенко.
У меня есть план, как отсюда сбежать. И я знаю, у кого можно спереть ключ. У меня отобрали заточку, несли ее в зону только для своих. Я бы ее вернул, да мне смелости не хватает. Ну нахер эту ночь. Хорошие времена были.
Это еще что?
ловко. Лезь в грузовик. И погнали отсюда к такой-то матери. Охренеть, Шныра! Ты как черная кошка в темной комнате! Я знал, что ты справишься! Просто ворвался куда как нежданчик! И добыть для нас все, что нужно! Мне осталось посмотреть, насколько ты круто самовлюбленный ублюдок. Работа охрененного профи. Ты не представляешь, как я ждал смерти Фрэнка. Эй, сбавь скорость. Теперь место в гонке за тобой, а мне остается только подготовить для тебя тачку. Никто не должен знать, что мы работаем вместе, так что не светись. До связи.
улице темно. Стрёмно. Все готово к гонке. Приходи к старой заправке. Я тебя жду. Вот и ты. Я долбанный гений. Каждый год победителя гонки на выживание приглашают на... Короче, если победишь в гонке, сможешь добраться до близнецов. Я пригоню машину сюда. Твоя тачка. Сам привел в порядок. Залил полный бак лучшего этанола. Колеса подкачал. Полный набор. Я здесь порядок, Шныра. В этом прикиде тебя не отличить от любого другого урода. Я все время буду на связи, так что если...
если ты облажаешься или тебя прижмут к стенке, ты услышишь, как я смеюсь. Но ты затащишь, я уверен. You will never write a verse like Kendrick. Never be the rapper rock out from Hendrix. Down to the line, you will never be mentioned. Why ain't so high, we'll rock the trenches. Это ж ты.
Ноги родня! Блин, круто было! Ты показал класс! Бабах! О, да! Прямо совсем как я в свое время! Спасибо всем, что вы здесь! Что приехали сюда! И тут клево, но мы ненадолго! Вообще не круто! Мы кое-что узнали! И у нас есть предложение! Заходи давай! А это что за хрен? Циц! Он решит все наши проблемы. Угу. Он проведет нас на север и поможет заполучить... Что там, фрукт? Священный плод. Чудо нового... Да, вот его! Этот парень говорит, что этот фрукт дает охренительную силу. И если заплатите, мы с вами поделимся. Чё-то я ни хрена не врубаюсь. Мы и так сильнее всех. Она права. Он реален. Я видела. Что ты несешь? Святой плод? Не, ну это трындец. Да у вас, небось, мозги скисли, как у папаши. Еще комментарии будут? Плод получите только если все сделаете. Вы должны сжечь новый Эдем дотла. Сделка есть сделка, мы не подведем. Сейчас. Мы должны спешить. Ну пошли, чё? Блин, да мы сожжем эту сраную деревню дотла. Фрукт, от которого становишься сильнее? Херня. Они уже свалились! Черт, это облом. Ну, хоть с остальными мудаками разберемся. Пушка в сортире, ясно?
Убей их до того, как они узнают, что я тебе помогал. Об атаке близнецов на Новый Эдем. Какой-то предатель открыл для них ворота. Время пришло. Покончим с близнецами раз и навсегда. Будь начеку, Эдему нельзя доверять. Thank you.